Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую вот маленькую лошадку из одного 260-го шарика. Лошадку можно поставить вот на такую подставку в виде яблока, но она будет неустойчивая. Чтобы она стала устойчивой, можно поместить яблоко в такое кольцо. Можно сделать подставку в виде вот такого вот цветочка, а можно в виде вот такого газончика. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растягиваем шарик. И надуваем на 55 сантиметров. В пальцах это 8 пальцев. Завязываем ближе к колечку. Подвигаем воздух. И делаем маленький пузыречек на 1,5 пальчика. Скручиваем его в пинч, делаем еще один такой же, также скручиваем его в пинч, делаем голову на 3 пальца, если точнее, то на 4,5 сантиметра, но не больше. Иначе шарика может не хватить. Делаем малюсенький пузырек, скручиваем его в пинч. Это ушко. Второй такой же пинч. Это второе ушко. Поджимаем. И вот на этом уровне делаем шею, то есть побольше, чуть побольше, чем голова. Еще поджимаем. И вот на уровне середины ушей делаем скрутку. Это будет нога. То есть побольше, чем шея. Делаем еще один такой же пузырь и скручиваем их вместе. Это передние ноги. Теперь делаем 3 маленьких пузырька на пару пальчиков. И перекидываем через ушки. Делаем еще 3 маленьких пузырька. И оборачиваем вокруг шеи. Делаем туловище. Размером где-то как шея. Поменьше, чем ноги. Поджимаем и делаем 2 задние ноги. Так, чтобы еще остался воздух на хвостик. Чтобы ноги не раскрутились, можно между них продеть оставшийся шарик.
И делаем маленький пинчик. Чтобы хвост смотрел вниз. Так вот. Здесь поправляем ушки, чтобы они были более острыми. А грива, чтобы была за ними. Чтобы поднять голову, раздвигаем вот эти пузырьки нижние и между ними помещаем шею. Вот, голова поднялась. Теперь осталось нарисовать глазки. Вот, можно спустить ее на лук костей. Вот такая получилась лошадка. Всем спасибо за внимание и до свидания.